Это вот как бы Стамбул, окраина, что ли? Мы... Стамбул, город контрастов. Сказал Вова. Какой город контрастов? Да. А Измир? Измир еще больше. Смотри, какая крепость классная. Такой высокий мост. Это Босфор? Да. Вот под этим мостом корабли ходят. Не... Вот как ты, кажется, смотришь на мраморное море. С другой стороны черное. Все. Это по пути в Измир. Похоже, это Анкара была. Это наш автобус такой большой, двухэтажный. И сейчас на паром стоит громадная очередь. На этом пароме поплывем. Видимо, он на тот берег. Вот один паром отошел. Раз, два, три, четыре, пять паромов ходит. Представляешь, вот такой предел видимости. А вот еще один наш приходит. Вот. Под трубы. Пойдем посмотрим, да? А. Подходит паром. Аккуратно почти не тянет. Ребят, пол, ты что вам? Пол, айдем, пол, свой, ты люблю? Он, айдем, пол, ты что люблю? Леха едет в Турции на пароме. Вот на таком же, как этот. Это Босфор, а это оказывается залив большой. Как всегда, жрет чего-то. Кормят. Дешево, вкусно. Курочка очень вкусная. Это было все.
Это мы с Хока. Вот сегодня мы первый день будем здесь погружаться, осматривать акваторию. Возьмем лодочку и вперед. Вообще замечательно. Эх, какие места, а? Сюда, к этому камню? Да. Вот.
Ухмыляющийся Леха. Довольный жизнью и всем остальным. Сегодня открытие соревнований. Церемония. Осмотр с акватории. Мультомлений. Понятно. Вот они, гвардейцы России. Мы в порту. Готовимся к осмотру акватории. Водичка появилась. Даже в порту она очень чистая. Это Фисенко Анатолий. Все, наверное, его знают. Выясняем, где наша лодка. Леха, как всегда, врет про Кубу. Во, там самое. Есть такое место интересное. Там мангусты, омары, крабы, горбыли. Вот там, как аквариум такой железный. Вот таких вот омарчиков мы сейчас будем ловить. Мангусты такие смешные все. Да. Схвати его за ус. Это заготовка турецкой сборной. Вот это каменный окунь. Такие окушки здесь бывают килограмм по 30-40. А вот таких лангустов мы пока еще не видели. Но надеемся, что увидим когда-нибудь. Вот такой лангуст хороший, просто прелесть. Посмотрим, что там внутри делается еще. Какой кошмар. Вот какая рыбка плавает. Ладно, Вова. Иди нафиг. Щеленки-то мало осталось. Да. А вот это крабик. О, так и хочется по заднице, дай, чтобы туда упал. Ты гад после этого. Ладно, а? Гад ты после этого. Подводные съемки такие. Вот это наша лодка, на которой мы пойдем на разведку акватории. Во, давай по машинам. Субтитры сделал DimaTorzok.
Ulan, ulan yaklaşma lan. Şimdi lazım değil bana bu. Denizde lazım. Büyük yok mu? Git oradan büyük yok mu? Bunu alalım. Pet чего там, тамаш, чего там? Организатор соревнований. Здравствуйте, Президент Федерации Турции. Мы отходим от пирса. Сегодня барка у нас досталась довольно приличная. Вся в коврах из красного дерева. Это Леха, вы его, наверное, знаете уже. Команда «Болгар» идет параллельно нам, но мы ее пока обгоняем. Начало акватории. Прошли ровно час. Французы уже на месте. Начинают разведку.
капитан французской команды. А, есть. Сейчас идет запись. Вон какие тут жуки-пауки, червяки. Вот. Ага, вот. Ага. Вот какие. Манотры убери. Внутри. Вот, а сейчас еще один раз ты нажмешь, и она выключится. На. О, какие. Володя! Эй! О, какая! Темный чертинок! Добро зайти! Вова снимается с чемпионом мира. Он спрашивает, придешь ли ты в Италию? Кубанс комиссари Марк Мартини konuşmaları. Gençlik ve Spor İl Müdürü Sayın Bahri Vreskalan'ın konuşmaları, Belediye Başkanımız Sayın Nihat Derim'in konuşmaları, İlçemiz Kaymakamı Sayın Mehmet Ali Aytaş'ın konuşmaları, bugün manevi huzurunda bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı'na davet ediyorum. Oh, my God.
espère que cette compétition grandira la CMAS à travers le monde entier. Hava kadar sizlerin de yakın sıcaklığını hissettiğimiz Foça'ya CMAS kuralları çerçevesinde katılımcı ülkelerin birçok dereceleri var. Bunlardan Fransa, İtalya ve Rusya'ya Avrupa Dünya Şampiyonlarında da yer verilmiştir. J'espère que les années à venir seront aussi prometteuses que cette compétition, puisque la Turquie a pris l'engagement de continuer dans le temps d'organiser la Coupe d'Europe en Turquie. Dear high-ranking officers, sportsmen and the trainers, I wish to welcome you to Foça for this competition. İlk sınavı 13 14 Nisan tarih. Bu kez ikinci sınavdayız. İşler büyüdü. Avrupa Şampiyonası'nı Foça'da gerçekleştiriyoruz. Gerçekten çok mutluyuz. We had already prepared a similar organization on the 13th and the 14th of April for the National Turkish Championship. Bugün de su altı sporlarına ev sahipliği yapmasının Foça'nın tanıtımına önemli bir katkı sağlayacağına inanıyoruz. Apart from being a pictures, this is good local town. I hope that the spear fishing competition, which is due to take place in Foça, will add value in its advertising in European countries. Organization. Tüm emniyet ve belediye çalışanlarına. Tolik. All the municipalities. They close the Thank you.
Оказывается, это место Матери Христа, Девы Марии, ее дом, последний дом Девы Марии. Вот, наверное, Девы Марии. Пошли по святым местам. Да. Ну да, ну и что? Ну а сиськи столько гор. Вот наши в Эфесе. Место называется Эфес. Че, капитан? А, момент. Это все мы разрушили тут. Ага. Это все, что осталось от города Измира. Все переломали, все сбомбили. Русских сюда пускать нельзя. Куда ты идешь-то? Посмотреть. Здесь сидел император. То, что динамики думал, крестный аппарат. Это я. Ну, крест. Леха снимает развалины, которые он развалил. Когда снимаешь панораму, то лучше на камеру. Какую панораму? А? Нет. Нет, не умею. Вечером. А вы что, вам его не дали?
храмы устроил, пьяные эти божьи. Скажите, а храм тоже у меня? Нет, храм тоже у меня. Да, Лёх? Что? На развалинах храма устроил пьяный дебош. А что, храм тоже я? Лица. Benziyor. Gel bak. İnanmıyorsunuz değil mi? Ferda Hanım gel bak. Tam afet bir kadınmış ya. Beyni boşmuş ya. Beyni boşalmış. Boşalmış. Эти дырки для того, чтобы там свозили. Внешности. Что делали? Что делали? Посадки. Вот это да. И здесь Леха поработал. Все разрушил. Леха говорил, пить надо меньше. Гад. Все сломал. Ну как, Леха? Хорошо поработал? Отлично. Что-нибудь оставил хоть? Да, такой огромный театр. Жалко, что ты фотоаппарат сломал. Фотоаппарат сломал ты, между прочим. Если ты будешь так говорить, я тебя на камеру перестану снимать. Вот. Вот здесь Леха не доработал немножко. Амфитеатр почти цел остался. По-моему, легкий порыв ветра, и она сейчас грохнется. Либо ее не ставит. Да, непонятно, как сооружение держится. Вот так далеко это находится. А Леха опять что-то грызет. Он всегда что-то жрет. О, снимай! Сейчас легнет Леха. Леха, батарейка кончилась. Куда поехал? Не в ту сторону. Леха, так до Измира и езжай.
знаю, в Эмиратах они, знаешь, садились вообще, если все скатывались туда. Это проще. Опа. Да. Плати деньги, Лёх. Лёх, осторожней, смотри. Взбрыкнет сейчас. Плюнь на него, чтобы он тебя не гладил. Вот так Лёха потерял $1. Да он просто его держит, чтобы он тебя, не дай бог. Это машина, Лёха. А? Это машина. Крепость на острове. Подойди к краю лучше. Сюда. Что там? Сейчас посмотрим. Где здорово? Там эти камни. О, пальмы такие. Крышку сними. Лёх. Все равно чужая. Она ее оторвала. Теперь будет моя. Смотри, Леха. Это тебе боком выйдет. Ну вот видишь, боком уже выходит. Уже боком выходит. Да? Зеленый флаг пророка. А больше ничего тебе не говорили? А, Лёх. Ну все, пошли. Дальше. Ну, говорил. Что ты плюешь везде? Вид замечательный. Глубина-то большая, да? Да. Если приблизить, то дна не видно. Только у самого берега.
Пойдем внутрь. Не пойду. Как всегда, обоссывают все окрестности. Ты его заснял? Конечно. Иди отсюда. Сволочь поганая. Тебе не стыдно памятники архитектуры поганить? Сначала посмотрим, сейчас заснимаешь. Крупным планом, только зад и все. А ты чего, Леха, совсем с ума сошел? Обнаглел их совсем. А ты... у него что, у него телекамера, а вот ближе. Да, это Лехина проститутка. Ожидаем, когда вынырнет. Уже секунд 40, наверное. Это Толя. Поймал кефаль на 6 килограмм, если я правильно понял. Это он салонным бурнуда вар, да? Sonra avalar salonun etekten'e doğru, bu yana doğru gelmeye başladılar. Aslan bunun. Что поймал, Толь? Ha? E sen bunu takip etmiyor musun? Öğretmen abi, dikkat edecek onu. Geçmiyorum diyor, işareti gösteriyor. Öğretmen kim? Nurcan. Ben. Ha hoca. Şöyle hoca. Gözlemci gibi yani, değil mi? Evet. Hayır, normal benim mesleğim öğretmen. Hayır, kefal hepsi bir şey. Hı. Kefal et o. Rusça'da da kefal kefal demek ki, değil mi? Evet. Öyle mi? Есть ещё. Есть. Я должен характер он то. Тебе дать? Опа! Оу! 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 О, ну что? Да там рыбу никак не достать. Да? Сидит? Спрятался очень хорошо. Леха, ну как? Каптан на IQ сразу бывает. Сейчас. Оно буду да буна масу. Onu buldu da diyorum, bunamasın. Это то, что ты хотел достать? Не знаю, зачетный или нет. Черт его знает. Не всплывает.
Kaç san katkı vermiyor?
Снимай! Дурак, куда ж ты сунул руки? Please stand still for the Turkish National Anthem. Maintenant, c'est l'hymne national turc. Thank you.
Kupa ve madalyalarını vermek üzere İlçe Emniyet Müdürü Niyazi Turgut adına yardımcısı Sayın Cemalettin Gönülcü'yü davet ediyorum. Belediye Başkanımız Poça'nın anısına evet bir tabak ediyor. En büyük balığı vuran. The President of the Municipality will deliver a special plate to the winner of the biggest food competition. Şiirleri vermek üzere Gençlik ve Spor Poça İl Müdürü, İlçe Müdürü Erkan Atı'yı davet ediyoruz. And I invite Mr. Erkan to deliver the shield. Teşekkürler. Fransa Teknik Direktör. Earlier on I was unable to translate because 81 number 81 81 81 Kerem Kırtlık, şekerli iptal edişi. Ne yapacaksınız Kerem Bey balıkları? Arkadaşlarına vermek üzere Kerem Kırtlığa balıklarını teslim ediyoruz. Teşekkür ederim. The first lucky man of tonight has decided to take the fish and give it to his friends. He's not going to eat them himself. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Sayın İl Müdürümüz Bahri Vileskalar. İsmişi 34 gram kattı. Ola, я не забудь. Как объект панорамы. Я здесь примостился. Это наш Леха. Такой значок пленка. Пленка кончается.